Всем привет с полей Игорей. Привет, мой дорогой зритель. И да, сегодня у нас видео из цикла по городам и селам. Решил вас сегодня пригласить в еще одно замечательное место. Надеюсь, замечательное место, так как я сам посещаю это место первый раз. А сегодня мы пойдем в музей Ганвон. Какой-то там экспрессионизм, не экспрессионизм, я так и не понял. В общем, музей находится в провинции Канвондо, в пригороде города Самчока. И пойдемте, пройдемся на кассу, посмотрим, почем у нас билет. Билет должен, по-моему, быть 9000 вон. Да, кстати, 9000 вон. Ну, пошли, купим себе билет. Тут, кстати, сразу вам информация, что можно посетить. Вот такой вот музей. Анёс её? Ханмян. Короче, дали мне билетик, сдачу. Ну, это нам не интересно. Показали, куда идти. И еще какую-то программку на английском. Сначала хотел мне на корейском всучить. Ну, посмотрел, говорит, какой-то ты не кореец вовсе. Держи тебе программку на английском. Ну, все. Пойдемте посмотрим, что у нас имеется. Надеюсь, будет интересно. Вот у нас вход, вот у нас выход. Здесь, видать, просто территория релакса. Прикольно, конечно, все. Ладно, пойдемте погуляем. Ну, все, купили мы билет. Проходим, и нас встречает. Что нас встречает? Нас встречает вот такая вот красота. Нас встречает Будда или Шива, или вообще Ганеш. Не знаю, что за божество такое многорукое. Скульптуры всякие. Ну все, пойдемте походим по музею естественных наук, или я не знаю, как это правильно называется. Ну, начнем мы, наверное, вот отсюда, как все. Первый этаж — национальная история, потом керамика, второй этаж. И на третьем этаже написано «Работа по металлу», «Metal Work». Пошли. И что, на первом этаже нас сразу встречает, кто, как вы думаете? Да, наши друзья динозавры. Ну, пойдемте посмотрим. Поднимаемся на второй этаж, и нас встречает керамика. Здесь ничего, наверное, интересного нету. Всякие поделки из керамики. Ну, вот единственное, что вот это каменный нож. Поднимаемся на третий этаж, и нас встречает, что нас встречает? Нас встречает вот такая вот красота. Metal work, работа из металла. Потрем ему голову, здорово. Прогуляли мы по трем этажам, и нам говорят, там еще есть дальше где-то, можно еще прогуляться. Вот такой вот коридорчик со всякими такими приколюшками.
донгуль какой-то. Можно в пещеру пойти прогуляться. Ну, пойдемте прогуляемся, что за пещера такая у нас. Без России, матушки. Такой вот музей, как я понял, естественных наук в Корее, в провинции Гангвон-до. В принципе, все есть, начиная динозаврами, останками, заканчивая уже современной культурой, то бишь там христианство, буддизм, поделки из дерева и железа, вот такие вот сталактиты. Надеюсь, вам видео понравилось. Не стал я вам полностью все показывать, потому что такое место должно быть обязательно в списке посещений. Ну а с вами, как всегда, был канал «Привет с полей Кореи». Всем удачи, здоровья, счастья, богатства. И, конечно, пока-пока. И да, забыл рассказать, как же все-таки добраться до этого музея. А добраться до этого музея можно на автобусе с города Самчока. Ходит автобус номер 60. Ну, лично я приехал на номер 60. Google еще показывает, что ходит 301,8, 301,7. В общем, при посадке водителя лучше спросить Шинги и Сайо. Ну, то бишь, остановка Шинги есть, нету. И все. Ну, а также здесь неподалеку находится Шинги-Йок, железнодорожная станция Шинги, куда можно доехать на электричке из того же города Донхэ. Единственный минус, что с Донхэ электричка утром отходит в 7:30, первая, следующая отходит только в 13:30. Так что сами смотрите, на чем вам проще добраться, на автобусах или на электричке. Ну и выходите вот на этой остановке напротив школы. Автобус останавливается здесь, и буквально каких-то 100 метров в правую сторону, и вы в музее. А вот как раз и автобус 31,8. Сейчас мы поедем в Самчок. Аннёсё, Самчок.
Стоимость проезда 12,60. Хотя на том я на 60-м автобусе ехал, там почему-то проезд стоил 16,40. Все, на этом будем прощаться. Пока-пока.